Ты не пропустишь меня? Есть один путь, гость из Нодена. Пройди меж двух змей и встретишь нашу великую мать. Она и только она поможет тебе найти Загарк. Зал наш ожидает тебя. Паш Кодекс, ты и есть страж, или предпочитаешь зваться Амшгар? Я Залнаш, великая мать Ордена Эдерней. Называй меня как хочешь. Я здесь потому, что мне нужен Загарк. Интересно. И почему ты считаешь, что Орден поступит таким предметом в твою пользу? Все просто. Акба готовится к полному воплощению в Арксе, дабы уничтожить в этом мире все живое. Я единственный, кто способен остановить его. Но мне не обойтись без легендарного Загарка. Отлично. Но трудность не в том, чтобы получить Загарк, страж. Загарк ничего без своей сестры Крагу. Этот союз может защитить твою магическую энергию. А Крагас украли мятежники. Ланшер все никак не может вернуть ее нам. Я найду Крагас. Найдешь, если уже не нашел. Но и не в этом трудность. Уничтожить Акба – главная задача. Но прежде ты должен выйти победителем из состязания, понимаешь? Такое испытание проходит каждая кандидатка нашего ордена. Надо пройти через храм иллюзии. Если преуспеешь, возьмешь Зогар. И не будешь обманут всеми иллюзиями Акба. Вот ключ от храма. Воспользуйся им.
Заперто. Заперто. Thank you.
Страж! Мое воплощение в Арксе ничто уже не остановит. Слишком поздно. Но почему мы должны быть врагами? Присоединяйся! Ты, как и я, пленник Нодена, и лишь я волен освободить тебя. Не предавай же свободу. Что проку быть рабом в Нодене, если мы можем вместе, как боги, править миром? Иди со мной, страж, и я обещаю тебе власть, о коей ты не мечтал. У меня на такое у меня не хватит. Thank you.